Снова здорово, дорогой мой зритель, и это Car Mechanic Simulator, аж третья, мать его, етить, серия. Посмотрим, на как долго нас хватит. Но мне игра нравится. Мне нравится, как она выглядит, мне нравится, как она играется, мне нравится в ней практически все. И у Музяка, слушай, Музяк, ох, Музяка прям вообще отличнейшая Музяка. Шикарно. И главное, что она без авторских прав. Не приходится ничего вырезать, перерезать, накладывать, убирать. Сука, бесит эти авторские права. В общем, это нехорошо, наверное, потому что я не музыкант. Был бы я музыкантом, писал бы песни, музыку. Конечно, для меня авторские права это было бы о-хо-хо-хо. А так, для меня авторские права это все хуйня. Так, телефон заказа, смотри, Royal Crown, ничего не понятно. У нас есть Renault Duster, у нас есть Jeep Willys, у нас есть Dodge Viper, ну конечно. Тяжело управлять автомобилем, список прилагается, давай. 23 тысячи километров у него пробега, там с какой-то соплюшечкой еще, 23-292, по-моему. Dodge Viper уже тяжело управляется. Ну, вообще, зная американские машины, давай мы переключим станцию на... Не. О, Drum & Bass Attack. Давай Drum & Bass Attack послушаем. А, о чем я? Знаю, американские автомобили, они в принципе плохо управляются, вот эти маслкары и прочая хрень, практически всегда плохо управлялись. Есть, конечно, хорошие, я тебе пиздеть не буду, потому что я далеко не этот самый, не автоэксперт, но есть такое за ними, грешок такой, так сказать. Смотри, наконечник рулевой тяги и рулевая рейка, ну уже что-то новое. Как я понимаю, это нам надо на подъемник, да, давай поднимайся. Наконечник рулевой тяги, он за колесами, а рейка рулевая, она по идее под подрамником же, наверное, должна быть. Где-то, так, погоди, осмотр, да, во, раз, а наконечник рулевой тяги один, хорош. Так, сюда ходи, давай, диск, спортивная покрышка, слышь, диск вайпер, спортивная покрышка, давай мы все это нахуй открутим. Это нам ничего не надо. Дальше. Мы знаем, что надо снять сначала тормозной суппорт. Так, теперь тормозные колодки. Теперь тормозной диск. Теперь колпак ступицы колеса. Хорош, мы прям вообще спецы. Подшипник ступицы. Передняя ступица. Что такое, на гайках держится? Есть контакт. Дальше, кто у нас? Стойка передней ступицы. Нахер. А и нам надо передний поворотный кулак. Нет. Во! Наконечник рулевой тяги. Ходи сюда. Есть. И теперь нам нужна еще рулевая рейка. Есть! Че, достали? Не, погоди, это рулевая тяга. Рулевая рейка. А, нихуя, нам надо с той стороны ту же самую провернуть аферу. Блин, ну ладно, давай. Ну, уже что-то новое. Это вот эти тормоза, тормозные диски. Замени масло, слей, залей. Ну, это же скучно. Давайте уже каким-нибудь в двигателе, я не знаю, поковыряемся там. Что-нибудь уж, дайте что-нибудь, какое-нибудь уж задание нормальное, что ли. Так, ну это все легко. Так, подшипничек. Ты... Так, а без этого всего я... А, так я могу и без этого всего... Это я дурачок. Так, рулевая тяга хорош, рулевая рейка отлично. Отлично, пойдем, что нам надо купить. Нам надо купить с тобой рулевую рейку раз, наконечник рулевой тяги два. Так, компьютер. Давай пишем. Рейка. Есть, 800 бачей. А, 760, мы с тобой скидку прокачали. Так, и что еще надо? Тяга, по-моему? Так, не, не рулевая тяга. А, наконечник. Наконечник. Ву, хорош, $21, итого $19. Отличненько. Пойдем теперь ставить все это дело обратно.
Так, подвеска есть. Монтаж деталья. Так, рулевая рейка 100% хорош есть. Рулевая тяга есть, бери. Дальше, что у нас? Наконечник рулевой тяги. Шикарнейший просто. Так, ну и давай обратно все это. Так и быть, поставим тебе все обратно. Уговорил. Немножко лишнего мы разобрали на самом деле. По идее, это можно было, наверное, даже и колеса не обязательно было снимать. В теории. Так, здесь балансировка, сход, развал. Ничего не надо? Или вот при этой процедуре не делается? Что-то я ни разу рулевую рейку просто не менял, ни разу, серьезно, никогда не менял рулевую рейку. И не видел, как это делается, вообще не представляю, что и как. Так, на тебе колесо обратно. Забирай. Хорош, мы вообще как мастер. Кстати, у нас третий уровень, мы, по-моему, прокачивались уже третий. Третий уровень мы уже, по-моему, прокачивались. Давай сразу проверим, пока не поздно. Стоимость улучшения доступна очков по нулям, да. Мы уже прокачивались. Так, монтаж. Что нам надо? Тягу. Тяга есть. Дальше. Не поворотный кулак. Наконечник. Наконечник есть. Гаечку подтянем. Хорош. Сюда. Стойка есть. Это твое. Так, отлично. Гаечки подтянули. Ну ничего, вроде как бы потихонечку привыкаем, в принципе, к игре. Уже плюс-минус становится понятно, что, куда, как, зачем. Конечно, еще остаются вопросы, что будет дальше, когда там реально уже начнутся движки, начнется там жесткая подвеска, выхлопная система, салон начнется. Бля, я ему случайно свой цилиндр тормозной поставил 100%. Ладно, хуй с тобой, живи. А что еще? Колпак. На. Так, на тебе колесо. Сколько мы сегодня бабла срубим? Слушай, прям вообще, наверное, чувствую, хорош бабла срубим. У меня еще 4 заказа, тем не менее, даже болтаются где-то. Так, что, мы все сделали? Да, шикарно, 1627. Денежек мы с тобой подымели. Я забыл посмотреть, сколько у нас было на начало дня. Так, ты у нас есть, непонятно что. Есть у нас Lotus. О, двигатель. Слушай, там что-то с двигателем. Ford GT40. О, нет, давай Lotus возьмем. Lotus Esprit, масло, фильтр масляный. Все фильтры. Слушай, так неинтересно. Блин, GT40. А слушай, давай наебем систему. Давай Duster возьмем. Чисто по-пацански, а? Ну нормально, что мы по этим дорогим машинам, нормальную человеческую точил? Дастер? Ну, блядь, ебать, он ржавый, да что ж с тобой сделали-то, а? Дастер не гниют, ты что, это же Дустер, блядь. Нос чешется вообще катастрофически сильно, ничего не могу с собой поделать. Так, что тебе надо делать? Верхний подшипник переднего амортизатора, стойка переднего... братан, да тебе конец. Максимально 3200. Поднимешь дустера-то? Должен поднять. Гено, пижо, ген. А что ты так низко? Так, смотри. Режим осмотра. Это колесо под замену, это колесо на снятие идет. А заднее что у нас? Задними-то все нормально? Ой, с задними все отлично. Ну, хорош, хорош. Диск Classic 04, между прочим, называется. Так, где у нас говёные запчасти? Где у нас говёные запчасти? Ну, нам до стойки надо добраться как-то. Амортизатор надо снять, стоечку, все это дело убрать. Так, а чтобы нам убрать, что нам надо для этого сделать? Короче, нам, походу, все надо разбирать. О, встрял мужик на бабки, ну просто пипец. Что, куда? Зачем? Что такое? Подшипник, окей. Пипец тут разбирать. Не, реально встрял, пацан. А вот я вижу, вот это тоже под замену. Что это, поворотник? Тут разбирать. Хорош, нормально. Так, есть. Дальше здесь тебе все мешает. Наконечник рулевой тяги снимаем.
А теперь что мешает? Амортизатор? А, амортизатору мешает стойка переднего стабилизатора. А ее тоже, судя по всему, на замену. Что-то как-то хуевенько выглядит. Так, мимо. Мимо. Есть. И нам надо где-то как-то еще. Так, поворотный кулак. Стоп, погоди, не понял. Вот эти сайлент-блоки? Да ладно. Стой, погоди. Режим проверки. А какие сайлент-блоки-то он мне говорил, слышь? Мы пошли к другому колесу. Что-то он мне там втирал какую-то херню непонятную. Я что-то, по-моему, ни одного сайлент-блока не снял, не вытащил еще. Так. Сейчас мы, короче, разберем ему всю подвеску в хлам, а там потом будем разбираться. А уже главное разобрать, правильно? Так, подшипник забыли. Постоянно про подшипники забываю. Ну, такой подшипник. Ну, не ломается, считай. Ага, опять тут дохуй вокруг надо разбирать. Есть, мимо. Так, ты снимайся. Так, запомнил. Погоди. Сначала тебя. О, нифига, это что? Это же этот. Дроссельная заслонка. Да, корпус дроссельной заслонки. Хорош, какой я умный. Вообще прям тащусь сам от себя, фанате. Стой, я не то снял. Я передний стабилизатор снял за непонятным хуем. Так, смотри. Режим осмотра. А что там такое? А, это щуп. А каких стабилизатор? Что-то я не понял вообще, что ты хочешь от меня? Сайлент блок. Где сайлент блок? Какой? Давай пошли купим сначала. Так. Сайлент блок. А какой сайлент блок-то, ёж? Ёж? Ёж в тумане, покажи мне сайлент блок, пожалуйста. Притом три сайлент блока. Может вот эти? Погоди, а можно как-то? Не, подожди, стой, отменить. Состояние неизвестно. А как проверить? Режим проверки. Точно, смотри. Этот-то нормальный сайлент блок. А вот этот вот. Вот ты. Ты хуёвый, братан. Так, минус сайлент блок. Так, а ты в каком состоянии? Можно проверить на диагностическом стенде. А у меня есть такой? У меня есть диагностический стенд? Да нет у меня никакого диагностического... Ах, да конечно. Конечно. А какие еще сайлент-блоки? Ну давай. А почему он не ищет неисправности? Вот что я понять не могу. Мне кажется, что все-таки... Слушай! Есть еще вариант, знаешь, как проверять? Хуевые запчасти, они будут дико ржавые. Поэтому мы сейчас вот сюда... Так, этот сайлент-блок... Это нормальные сайлент-блоки. Хорошие сайлент-блоки. Пошли в заднюю подвеску. Так, ты сайлент-блок. Да шикарно вообще выглядишь. Ты? Да тоже вроде ничего. Блин, я не знаю. Единственный минус, почему он автоматически не проверяет. Заметки, режим проверки, диагностические инструменты.
это бы нам в любом случае ничего бы не помогло, в принципе. Можно проверить на диагностическом столе. Бесишь, сука. Так, пойдем запчастями затариваться. Пойдем затариваться запчастями. Так, всем. А я вот в избранные выводил. Как мне теперь их найти? Наконечник рулевой тяги. А, погоди, это надо продать. Да, это все на продажу. Нам надо стойка переднего стабилизатора, передний поворотный кулак. Поворотных кулаков, кстати, два надо. Кулак. Ох, ебать тебя много. Там какой, Ашка? А, поворотный кулак А. Ну, давай два купим. Так. Стойка переднего стабилизатора тоже тип А, по идее. Но если кулак А, значит и стойка переднего стабилизатора тоже будет А. Да. Так, и нам еще надо сайлент блок. Раз, два. А, так я все три нашел неисправных. Что я мучаюсь-то? Все отлично. Так, сайлент. Сайлент блок. Три. Так, слушай, еще что-то надо было. А, верхний подшипник, точно, верхний подшипник переднего амортизатора. Так, подшипник. А, подшипник ступицы. Верхний подшипник переднего амортизатора. Хорош. Со скидками покупаем, прям вообще душа радуется. Давай обратно все это мы дело сейчас поставим. А почему я не могу поставить? А, ну конечно, потому что нужен кулак. Сначала тебя. Амортизатор. А он сам подшипник-то выбрался или как? Вроде как новый поставился. Вроде бы. Погоди, стой. Передний стабилизатор, который я случайно снял. Теперь стойка. Хорош, отлично. Идеальное состояние. Сотка. Купили недавно. Теперь тебя. Так, ну все. А, стой, погоди, собираем обратно. А нижний-то рычаг подвески никто ж не поставил. Вот тебе, пожалуйста, сайлент блоки новые. Да. Ага. Так, теперь что надо поставить? Ступица. Пипец, как вот у людей, которые этим занимаются ежедневно, у них должна просто быть, во-первых, выдержка бешеная, а во-вторых, у них должна башка просто быть вот, блин, я не знаю. Я бы уже забыл на 3000 раз, куда, что, зачем и почему вообще ставится. Конечно, говорят, ломать не строить, но ты пойми, что как бы и ломать, и строить надо уметь. Так, надо подшипник обратно поставить. А что еще? Передний ведущий мост, а я снимал? А, ну да. Что еще тебе не хватает? А что нет? А, наконечник рулевой тяги. Я-то думаю, что он мне не разрешает колесо ставить. Во, хорош. Так, теперь главный вопрос. Вот мы все это собрали, теперь смотри, переходим в инвентарь. Да ты почему, сука, подшипник-то новый, нормальный не поставил? Олень, блядь. Сука, ты скотина подставная, просто ты тварина. Ебать ты дикий урод, я с тебя хуй... Как так можно было? Ты чё? Пиздос. Откуда мы, кстати, под этот сайлент блок-то еще один вытащили? Откуда мы еще один сайлент-то вытащили? Не из-под рамника разве?
А, вот, да, есть. Ебать, олень. Поедешь на таком подшипнике? Че, я виноват, что ли? Дурак, блядь. Главное, меня-то не спросил, хочу я такой поставить. Вообще выбора мне не дал. Просто вот тебе передний амортизатор. И все, вот как я должен здесь выбирать? Отмена, блядь. Че там состояние? Верхний подшипник. Так, вот же верхний подшипник переднего амортизатора. Он же не нормальный. Ты что делаешь со мной, тварь? Где ты находишься? Да какой продать? Не надо мне продавать. Просто разберись. Как тебя пересобрать-то? Не понимаю. А, во, ебать, я дурак. Обучение же проходили с тобой, на еб. Так, теперь собрать, соединить. Так, стойка это, пружина это, подшипник вот это. Фу. Ну хорошо, что хотя бы здесь, вот именно в этом амортизаторе, в этой стойке нерабочий подшипник. А то там пипец заново пересобирать. Вот я бы ху-ху-ху-ху-ху. Я и так, правда, ху-ху-ху-ху-ху, потому что думал, что как раз таки это оно и есть. Ой, повезло, ой, повезло. Говорят, дураком, дураком. Дуракам везет, видимо, так оно и есть. Давай, нижний рычаг подвески, на-на-на, забирай, все, сайлентблок хороший, вот тебе средний сайлентблок, но это все твои, и я не виноват. Ты захотел менять только три, я тебе и заменил, по идее, три. Может быть, чуть-чуть меньше. Ну, сайлентблок не страшно, в принципе, что-то. Нормально, этот дустер, тут вообще можно ничего не менять, он вечный, это бессмертная машина. Нет, свет в коридоре что-то начал моргать. Сейчас нахуй скачок напряжения, все сгорит к чертям. А, подшипник. Есть. Колодки тормозные есть. Передний ведущий мост есть. Даже тебе на болтик посажу, так и быть. Пипец, дустер из меня с этой кровишки. Куда ты цилиндр хочешь, козырный? Совсем охуел. Вот этот 77%, да. Тормоза не нужны. Что я еще не поставил? А что-то где-то не поставил. Нижний рычаг подвески. А что, его не поставил? Поставил. А, погоди. А, наконечник, да, вот. Наконечник рулевой тяги. Все время про него забываю. Вот прикинь, мужик вообще охуел бы. Прикинь, приехал в сервис. Все, ему классно. Все, братан, забирай тачку. Он выезжает, а у него... колеса, елочка, да хуяк передние. Гон по-любому был бы, но я бы охуел. Так, все сделал. 660! Да нахуй это говно больше брать. Им с ним времени больше провозились. О-о-о! Хорош! Плеймут барракуда. Еще и хеми двигать. Зачтено. Прям вообще хорошо. Хеми, ебать. Ебать тебя в рот наоборот. Так, давай хеми. Состояние, конечно, как с параши. Так, давай на подъемник газуй. Что у нас четвертый? А, четвертый уровень есть, отлично. Пойдем качаться. Что мы можем? Смотри, проверка деталей на 50% быстрее, это надо. Монтаж-демонтаж на 50% быстрее тоже хорошо. Передвижение есть, но есть вот такая вот херня. Увеличивает размер гаража, добавляет диагностический стенд и ремонтный стол. Отлично! Так, ремонтный стол, где ты? Давай посмотрим. Нет подходящих деталей. Ну ладно, давай тогда мусор продадим. Продать детали, состояние 15. Да, нормально, бабла рубанули. Так, что тебе надо делать? Стремянка, листовой рессоры, так, рулевая тяга, стойка переднего стабили... Конечно, жесть, что я тебе могу сказать.
то так-то можно по несколько машин сразу брать, если что. Но я такой хуйней заниматься не буду. Это называется домофон, поэтому мы сейчас быстренько эту тачку доделаем, и мне надо бежать. Так, смотри, это мы меняем, сзади мы меняем, а дальше у нас все по передней... Ох, ебать, тут спереди, конечно, ремонтироваться. Ах, ухуй, не встать. А смотри, можем мы вот это вот менять так просто? Да, отлично, шикарно, не приходится колеса снимать. Колеса снимать, кстати, дольше всего, по-моему. Так, ты уходишь. Отлично. А, так, рессоры самые нормальные. Так, по-моему, так, погоди, выйди. А, режим осмотра. Да, здесь, в принципе, все нормально, но колеса нам, походу, снимать передние все-таки придется. Жалко. Жалко, думал, малой кровью обойдемся, а не тут-то было. Какая-то мошка передо мной летает. Иди отсюда. Иди отсюда и больше никогда ко мне не подходи. Я видео пытаюсь снять. Я ж ебаный этот самый видеосниматель. Чего не мог? А, да, тормозной суппорт. Спешу. Начал спешить и начал сразу же теряться. Улетели колодки. Так. Вентилируем и тормозной диск убираем. Подшипник ступицы колеса убираем. Так, тебя мы тоже убираем. Блин, нам пипец, нам всю переднюю подвеску так-то разобрать, походу, придется для того, чтобы заменить здесь все на свете. Поворотный рычаг. Так, для этого нам надо... Стой. Наконечник рулевой тяги. Есть. Рулевая тяга. Есть. Здесь у нас что? Верхний рычаг подвески. Есть. Хорош. Нижний рычаг. А, нам не даст стойка, да? Да, она нам не дает. Немножко, кстати, изменилась. Ты заметил конструкция самой подвески? То есть от машины к машине она меняется. То есть она есть где и повторяется, а есть все-таки и разные на самом деле. Поэтому мы можем спокойненько смотреть, как различные машины устроены. Если что, даже, я тебе так скажу, можем даже подучиться немножко на механика. А, так, смотри, что у нас здесь. Я вижу сайлентблок говеный, вот он. Давай мы его сразу... Так, режим демонтажа. Где? Демонтаж деталей. Так, тебя мы забираем. Ты плохой сайлентблок. А с той стороны... Так, погоди, пойдем на ту сторону. Посмотрим, что у нас здесь. Так, осмотр. Рулевая рейка, наконечник, сайлентблок. Сайлент вроде нормальный, кстати. Но все равно колесо снимать. Так что нам деваться, в принципе, некуда заодно. Сайлент посмотрим сверху. В каком состоянии он, как он у нас выглядит. Так, щуп масляный мы видим, но мы не будем ничего с этим делать. Как есть, так и есть. Нас не просили масло менять. За это нам не заплатят, я так думаю. Что такое? Подшипник. Подшипник не снял. Хорош, ступица, улетай. Не, ну все-таки здесь унифицированные некоторые запчасти. Как ни крути. Что такое? Так, погоди, наконечник точно надо снимать. Я, по-моему, что-то лишнее уже снял. Рулевой тяга есть, рулевая рейка есть. Так, режим проверки. А, нет, не лишнее, нормально. Так, сайленты в отличном состоянии. Снимаем стоечку. Она же, по-моему, линка называется, косточки. Я не знаю, все по-разному называют. Я как-то не вникал особо в это все. Смотри, так, что мы будем менять-то сегодня с тобой? Стремянка листовой рессоры 2. Рулевые тяги 2. Рулевая рейка 1. Наконечник 1. Стойка переднего стабилизатора 1. Пойдем. Оу, а мы ничего, кстати, отремонтировать не можем? Не можем мы ничего отремонтировать, эти запчасти не ремонтируются, очень жалко. Так, смотри, стремянка... Я бы ее скоба назвал, не знаю почему, стремянка. Две. Так, рейка. Одна. Тяга. Тяги сколько? Тяги две, по-моему, надо. Тяги две. Стремянки две купили. Тяги две, наконечник и стойка. Так, тяги две, наконечник и стойка.
Так, тяги 2. Наконечник. Есть. И стойка стабилизатора типа А. По-моему, тип А. Ну-ка, давай посмотрим. Ты тип А или ты не тип А? Где ты вообще? Да ёб твою мать, ты тип Б. Охуеть. Интересно, почему мы сами не можем счета выставлять? Вот так просто, чтобы попытаться обмануть клиента. Ну, всякое же бывает. Так, монтаж деталей. Давай вернем тебе рейку. В хорошем состоянии. Рейку, кстати, можно было и откапиталить. Я не понимаю, почему мы не можем ее откапиталить. Это же рейка. Они все нормально ремонтируются, вроде как. Должны, по идее, в теории. Так, это твое. Да, забирай, это твое. Стойка переднего стабилизатора есть. Хорош, нормально. И все, пошла жара. Пошла жара, досталось тут у нас совсем немножко. Так, тебя добавляем. Вентилируем и тормозной диск. Дальше тормозные колодки есть. А, тормозной суппорт есть. Так, вот это говно тебе поставим твое. Хорошие запчасти я себе оставлю, естественно. Так, что не поставил? Что не поставил я еще? А что я не поставил-то, я не понял. А теперь чего не хватает? Так, ты на месте, ты на месте. Колпак, точно. Ядрен батон, все, колесо. Хорош, хорош. Отлично, успеваем, 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 успеваем. Так, здесь монтаж запчастей. Давай сразу. Тяга, есть. Наконечник, даже не предлагают. Тогда поворотный кулак, на тебе обратно. Погоди, стой, а его не надо было что ли менять? Слушай, реально его не надо менять. У него же состояние никакущее просто. Не, ну не хочешь, не надо. Я как бы заставлять-то никого не буду. Это не моя машина, не моя безопасность, не моя жизнь. Мне насрать. А вот сейчас вот не понял. Я наконечники не купил, что ли? Или что, я один купил? Наконечник. Я вроде два покупал. Куда он делся-то? Так, режим монтажа. Блин, один, оказывается, купил, прикинь. Это я дурачок. Ну, это я уже спешу, просто спешу, поэтому такая херня происходит. Да, это твои сайлентблоки, забирай себе их обратно. Не хочешь ставить новые, не надо, я не заставляю. Как бы, наше дело предложить, ваше дело отказаться. Оно всегда так было, есть и будет. А здесь тупица берем, гаечки на место ставим. Наверное, на продажу тачку просто готовят. Называется, лишь бы продать ее кому-то. Погоди, чего-то тут не хватает. Во, тебя не хватает. Охереть, сайлентблоки никакущие. А почему он их менять-то не хочет, я не понял. Как он вообще ездить-то собрался, ты че? Стойка такая же никуда не годная. Охереть. А ты-то почему нет? Ты чё меня бесишь? А, так я по... Так её одну надо... Нет, ты понял? То есть он всего по одной решил поменять. То есть он говно оставляет половину, а половину меняет. Какой-то странный дебильный заказ, слушайте, не кажется, нет? Где подшипник? Подшипник есть. Колпак есть. Тормозной суппорт есть. Давай, одевай. Так, нет, стой. Опять он хотел цилиндр зажать тормозного суппорта. Хороший, новенький. Блять, он безответственный водитель. Я просто херею.
Ну нет денег у тебя комплектом поменять, ну не ездит, ну накопи еще немножко, ну это же неправильно вообще. Добьет узлы, оно же все пойдет, все друг за другом потащит, тоси-боси. Так, давай ставим обратно и на этом мы будем заканчивать. Давай, стремянка есть, на тебе стремянка. И он, видимо, думает, что раз машина заднеприводная, поэтому, мол, сделаю я как бы зад, а перед глубоко как бы пофиг. Есть, все, шикарно, заказ выполнен, да? Естественно, 2200... Опа, стоп. Ебать, дурак! Короче, иди-ка ты... Не хватает сайлент-блока? Короче, на этом мы остановимся, продолжим уже в следующей серии. Если тебе интересно, обязательно подписывайся на канал. С вами был Роман на канале FreeSun Games. Пока!